Границы наших более главных, это границы России. Поэтому, дорогие друзья, скоро старт мотоколонны, посвященный традиционному открытию мотосезона 2024 года. Вот я около главного. И мы наступаем. Хорошо, поколосся. Новороссия в огне, и летает братский сос над русским берегом, чтобы слышали на нашей стороне. Сыкуль, огромная благодарность за ваш прием. Действительно, я уверен, что наш союз, большие волки на земле Кыргызстана, они будут символизировать нашу дружбу, на которую не повлияют никакие внешние факторы, потому что мы на одном пути, мы одна страна, мы братские народы. Поэтому давайте поаплодируем. Я хотел бы сказать вам, что для вас наша ночная волка — это ваш дом. Дружина, Роман Сергеевич. Всем привет. Всех с праздником Победы. Ура! 29-я годовщина. В следующем году у нас будет юбилей. Как мы били, бьем и будем бить фашистов. Так сложилось исторически, что мы уже неоднократно их лупили. Лупим и продолжаем лупить. Ну что поделать, такова Европа, таковы реалии. Русский народ не сломить, а когда мы едины, мы непобедимы. Вот, и сегодня в этот день хотелось бы сказать огромные слова благодарности ночным волкам, потому что наша организация не победители. И сегодня хотелось бы наградить директора музея